Всем здравствуйте! Вы на канале Деревенские посиделки. С вами Ирина. Я сегодня снимаю очень замечательный сюжет о том, как начинаем мы собирать урожай. По крайней мере, уже начало пошло. Вот сейчас я вам покажу несколько сортов клубники и земляники. Так, вот эта вот клубника, я ее уже собрала практически всю. К сожалению, многие ягодки из-за того, что каждый день лил дождь, пришлось отсортировать. Значит, вот это сорт фестивальная. Такие вот большие ягодки. Вот этот сорт похож на сорт малинка. Видите, они совсем маленькие. Другого размера и другой формы. Вот. И хочу сразу сказать, вот фестивальная, она в сырую погоду больше покрывается плесенью, больше гниет. А вот такая вот ягодка этого сорта, она лучше переносит. Вот у нас дождливая погода шла 2 недели. Беспрерывно льют дожди. С одной стороны, хорошо, после засухи все полито, поливать не нужно. А с другой стороны, к сожалению, приходится вот так ягоды, видите, убирать, потому что начали плесневеть и гнить от сырости, от постоянной. Вот, дальше. Барон Салемахер. Что произошло в этом году? Сейчас покажу. Сорт очень урожайный. Приятно его, конечно же, выращивать, потому что ягод очень много. Но кто хочет посадить вот чистый сорт, не надо его мешать с другим сортом рядышком. У меня, видите, получилось как. Вот эти вот ягодки удлиненные, те, которые далеко, всякие сикарахи летают, от клубники и от земляники росли от Александрина, они так и остались вытянутые. Вот такой вот должен быть барон Салемахер. Вот показываю, видите? Вот чистый сорт. Вот еще ягодки. Вот такие треугольные формы. А вот эти, которые круглые, они растут рядом с земляникой. Видите, уже происходит какое-то, видимо, переопыление. Совершенно не похоже уже на барон Салемахер. Ну, на вкусовых качествах это, скажу, никак не сказывается. Вот смотрите, очень урожайная земляничка. Частично уж мы тут ее обобрали. Вот ягод очень много на кусте. Куст безусый сорт. Вот особенно они там все внутри кучкуются, так скажем. Вот. И он не разрастается, не бросает усов. Поэтому за ним уход, конечно же, легче, чем за другими сортами. Очень много разных мух летает, поэтому постоянно приходится отмахиваться. Так что вот, пошел первый урожай, что очень приятно. Значит, чем мы ее подкармливали, землянику и клубнику? Мы подкармливали мочевиной 2 раза. В самом начале, когда только-только листики появились после снега, значит, я ее обрабатывала марганцовкой борной кислотой, когда листики только-только убирала, вот старые с прошлого года, которые... Значит, земляника и клубника у меня 2-й год. На 1-й год, вот на бароне Салемахере уже и в 1-й год были ягоды. Конечно, не столько, сколько в этом году. Ну, ягодки были. А на клубнике вот самый такой большой пошел сейчас, в этом году урожай. В том году было единично, потому что она приживалась, адаптировалась и так далее. Поэтому, кому интересен вот этот сорт барон Салемахер, всем рекомендую. Земляничка садовая. Она, конечно, мелкая, но очень ароматная, очень урожайная. Видите, сколько ягодок. Вот эта банка буквально у меня с 2 кустов я собрала. Остальные кусты я еще, видите, не обходила. Вот ягодки висят красные. Я еще до них не добралась. Сейчас еще туда пойду. Вот такой вот обзорчик у меня сегодня. Кому интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Сажайте вот эту земляничку. Я посадила, кстати, рассады. Сама из семян вывела. Она у меня на подоконнике прекрасно с подсветкой, правда, конечно. Смотрите, сколько ягодок. С подсветкой, но тем не менее... Все хорошо, прижилась, немножко подгорела на солнце, когда я ее высаживала 1-й год. Но все пережила, все перенесла, рассада получилась жизнеспособная, крепкая. Поэтому в магазинах она продается, эти упаковки семян барон Салемахер. Сорт очень хороший, мне понравился. Александрину никому не советую. То ли мне попалась пересортица, то ли что, не знаю. В общем, это даже на землянику было не похоже. Там усами было опутано. Вся территория, вот где у меня растут растения, были сплошные усы, ягод не было в прошлом году вообще, и в этом году я от нее избавилась, от этой Александрины. Барон Салемахер, вот видите, 2-й год уже дает неплохой урожай. Вот видите, ягодок сколько. Вот они, весь куст в ягодках. Вот это еще только с 1 куста, со 2-го собираю. Сорняками, конечно, все за неделю заросло, поскольку мы дачники выходного дня, пока что по-другому не получается. Вот, ну ягодок много. Сейчас еще вот там покажу. Вот смотрите, какая красота. Видите? Все-все-все в ягодках. Вот такая вот прелесть. Вот они еще, их не обирала здесь, этот рядочек.
Вот так вот, если откроешь, там тоже все ягодки. В общем, очень хороший сорт, всем рекомендую. За ним, конечно, надо ухаживать, естественно, как за любым садовым растением. Вот, поливать вовремя, удобрять, если засуха поливать. Сейчас у нас полив не нужен, у нас все залито тут дождями. И вот такая радость вас будет ждать в результате. Вот такая вот красота. Всем пока-пока, всем хороших урожаев.